этих дверей начинается новая страница уже взрослой жизни абитуриента. Чтобы стать МИИТовцем, ребята приезжают со всех уголков России. И мы рады приветствовать их здесь, в приемной комиссии МИИТ. Вот уже много лет внутривузовский студенческий отряд «Прием» трудится вместе с работниками приемной комиссии. В должностях операторов, их помощников, технических секретарей и дружинников ребята демонстрируют образцовые показатели работы и вносят свой вклад в развитие МИИТа. Чтобы понять, насколько важна и ответственна работа отряда, необходимо познакомиться с ней чуть ближе. Хочется отметить важность работы молодежного внутривузовского студенческого отряда «Прием». Ребята успешно справляются с поставленными задачами и показывают высокую эффективность своей работы. Значительный вклад в деятельность отряда вносят его командиры. Они осуществляют набор бойцов, контроль показателей их работы и успешное выполнение задач производственной и учебной практики. Управление молодежной политики, в свою очередь, помогает осуществлять агитацию и информирование студентов о вступлении в молодежные студенческие отряды МИИТа. Для успешной и эффективной работы приемная комиссия оборудована современной техникой, а также удобной системой приема очереди абитуриентов. Чтобы будущие студенты не скучали, в аудитории есть Wi-Fi. С 10 утра до 16:30 желающие подать документы получают талон с номером в очереди. Однако работа бойцов продолжается до последнего абитуриента, получившего талон в 16:30. Главные двери закрываются, но все будут приняты. Работа операторов и их помощников заключается в оформлении документов на обучение. Это самая сложная и ответственная часть работы, поскольку на этом этапе у абитуриента и складывается мнение об университете. Впрочем, проблем с этим никогда не возникало, ведь по словам самих абитуриентов, приемная комиссия МИИТ, возможно, самая дружелюбная комиссия Москвы. Рабочий день сотрудников начинается с собрания и напутственного слова ответственного секретаря приемной комиссии МИИТ Пушкина Андрея Игоревича. Технический отряд приемной комиссии существует в университете уже не первый год. В принципе, можно выделить два основных направления работы и два основных направления, которые будут интересны для студентов. Первое – это студенты айтишных специальностей, которые работают с системой ARMASU МИИТа, обслуживающей весь функционал университета, начиная с приема, обучения, сессии и выдачи диплома. И второе направление основное – это, конечно же, общение с людьми. Поэтому специальности, связанные с управлением персоналом, с пиаром, с рекламой, очень приветствуются в работе приемной комиссии. Безусловно, умение грамотно произвести впечатление на абитуриента, на его родителя, умение проявить себя в стрессовой ситуации, поскольку все мы прекрасно понимаем, что подача документов – это большой шаг в жизни абитуриента, в жизни, особенно в жизни его родителя, поэтому, безусловно, какие-то сложные ситуации возникают, и умение выйти достойно из данной ситуации, умение проявить себя, проявить свои профессиональные навыки, свои личностные какие-то навыки – это очень важно. Поэтому для ребят, которые хотят пройти такую практику, пройти такой опыт для себя, работа в приемной комиссии, безусловно, является хорошим выбором. И все ребята, которые заканчивают практику, приходят потом, всегда благодарят. На самом деле, несмотря на то, какой они в дальнейшем выберут жизненный путь, вот умение пройти, то есть пропустить через себя 500 разных ребят из разных регионов страны, это всегда очень большой опыт, который в дальнейшем помогает и в карьере, и, в принципе, в дальнейшей жизни. Мы первый раз работаем в приемной комиссии, и за это время мы познакомились с огромным количеством студентов из разных институтов. Реально круто. Благоприятная атмосфера работы и главное, это очень круто. Здесь я могу получить опыт работы с людьми, который мне очень пригодится в будущем. Классно осознавать, потому что в прошлом году мы сами были абитуриентами, а сейчас мы принимаем это время. Здесь дружный и веселый коллектив. Я с удовольствием каждый день прихожу на работу. Наша работа – это ответственный и трудоемкий процесс. Необходима постоянная концентрация внимания, хорошее состояние здоровья, терпение и крепкие нервы. Дружинники следят за порядком в зале и распределением очереди абитуриентов, а технические секретари контролируют корректность заполнения личных дел абитуриентов.
Отряд «Прием» не зря считают одним из самых дружных студенческих отрядов МИИТа. Ведь не только работа сближает ребят. Дни рождения, праздники, да и просто совместный отдых после насыщенного рабочего дня позволяют сохранить крепкие дружеские отношения даже после окончания трудового семестра. Результатов, которыми действительно можно гордиться. Внутривузовский студенческий отряд «Прием». Добро пожаловать!